Вопросы экологии остро стоят во всем мире. Для Сарова эта проблема не менее значима. Сохранить облик нашего уникального зеленого города может каждый. Для этого достаточно лишь внедрить в жизнь новые экологические привычки и традиции. Поэтому в новом конкурсе детской библиотеки имени Пушкина «Мое эко-дело» могут принять участие и дети, и взрослые. Для участия в конкурсе мы, в принципе, приглашаем всех заинтересованных лиц. Это могут быть детские сады, это могут быть школы, это могут быть любые организации, которые занимаются экологическим воспитанием детей. Но в первую очередь, конечно, это семьи Сарова и возрастная группа участников, которую мы обозначили в нашем положении о конкурсе, это дети 6-10 лет. Но это не говорит о том, что более старшие ребята не могут принять участие в этом мероприятии. «Мое эко-дело» проводят в рамках библиотечного проекта «Просто о сложном. Жизнь в стиле эко». Тему для участия в конкурсе можно выбрать любую из предложенных. Первый эко-поступок, полезные эко-идеи, наше семейное эко-дело, вместе за экологию. А вот форма представления работы может быть самой разнообразной. Презентация, рассказ, поделка или рисунок, видео мастер-класса и многое другое. Номинации разные. Все участники могут принять участие в принципе в любой номинации, выбрать то, что ему ближе. Но самое главное, конечно, чего нам очень хочется, чтобы взрослые не остались в стороне, потому что от участия родителей, педагогов, воспитателей тоже зависит очень много. Мы все вместе формируем какое-то определенное мировоззрение у наших детей. Работы на конкурс «Мое эко-дело» принимают до 24 октября. Подведение итогов, показ работ и награждение участников пройдут на ежегодной библиотечной акции «Теплый вечер» в начале ноября. Подробности о конкурсе можно найти в группе библиотеки ВКонтакте. Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.